закончили проклейку сюда шумопоглощающим материалом. Заклеили багажник, проклеили крылья автомобиля, арки, днище багажника. По левой стороне арочка закатана, крылья, все готово. Также закончили проклейку салона, все сплошным ковром проклеено, материал по всему салону. И проклеим второй слой, гидропоглощающий, на двери. Поставили, установили свое место щитки и проклеили их виброматериалом. Также тщательно все прокатали валиком. Вот передняя водительская дверь. Все готово. Все, автомобиль полностью проклеен. Приступаем к сборке.